Здравствуйте. Вы откуда едете? Из Грузии. А? Из Грузии. Вы не устали? Нет, хорошо все. Все хорошо, мы в Степан-Смиде ночевали при границе. А я не выезжал на встречку, я сплошную не пересекал. Антон, да. Вот это твой самокат, да, чтобы он перевернулся. Надо один шаг этот для сделать, да? Ты обгоняешь большой КамАЗ, который едет с прицепом. Вот он что-нибудь не так, он даже тебя не видит. Он что-нибудь сделает и с прицепом тебе столкнул на ту сторону. И что получается? Ромскую, да? Имя как? Антон. Вот туда посмотри. Точно такой же знак стоит там, обгон запрещен. Я знаю, я на встречную полосу не выезжал. А я не за встречку говорю, я говорю, обгон просто... запрещен на этой полосе. Мотоцикл, не мотоцикл, какая разница. И он, инспектор, правильно тебе говорит. Он огромный, а ты маленький. Ну да, согласен. Если еще один ехал. Эти пассажиры за спиной. Эти 20 секунд потерпи, и потом на обгон пойди. Да, вы правы. Наверное. А что, не рискуй своей жизнью, и чужой тоже. Сельсовет регионов, откуда вы? Ульяновск. Вот ты же до Ульяновска доехал, хочешь? Хочу. Ну, спокойно езжай тогда. Хорошо. А так не делай больше. Хорошо, спасибо. Договорились? Договорились, спать спасибо. Не хочешь? Нет, все хорошо. Кушать хочешь? Нет, нормально. Там есть пункт питания на границе. Зайди, кофе, чай, все дела. Спасибо большое. Отдохнешь, холодной водой моешься и спокойно поедешь. Хорошо. Хорошо. Осторожно, так нельзя делать. Спасибо. Заводи свой самокат и потихонечку езжай. Хорошо. Хорошо. Удачного дня вам. Давай, будь здоров.